Сейтказ Аматаев, председатель Союза журналистов Казахстана, основатель Национального пресс-клуба и Международного информационного агентства «КазТАК», первый пресс-секретарь первого президента Нурсултана Назарбаева, дал обширное интервью. В интервью Матаев рассказал о влиянии политической системы на журналистику. Что нужно для второго золотого века казахстанской прессы? Матаев сказал, что политическая система нуждается в изменении. Политическая система сохранена. Я не надеюсь, что гражданский институт, как и пресса, возродится. Сейчас информация распространяется через социальные сети, часто это фейковые новости, слухи. Единственный рецепт для этого – качественная журналистика. Чтобы наступил золотой век, первый президент должен уйти из политики. Потом будет изменение. Сейчас многие говорят о переходе власти, но этого не произошло. Я никого не призываю к радикальным мерам, реформы можно проводить цивилизованно, сказал он. I'm an Albatross, yeah.